сначала, видишь, публика. Вот так новогоднему марафону добрых дел акции «Наши дети», которая охватывает всю Беларусь в декабре, традиционно подключилась и 38-я отдельная десантно-штурмовая бригада, которая погрузила воспитанников Кубринского детского дома в настоящую сказку с настоящими сказочными персонажами, с воздухом, пропитанным мандаринами, ну и, конечно же, с красавицей-елкой. Ведь что еще нужно деткам, которые по разным причинам остались одни, без любви и заботы родителей? Нам прибыло 26 воспитанников и 3 воспитателя. Сегодня мы подготовили для них праздничную программу с Дедом Морозом, Снегурочкой, конкурсами и подарками. Надеемся, что дети получат массу позитивных эмоций и будут заряжены этим новогодним настроением. Дарить детям, у которых нет родителей, тепло, заботу и любовь нужно не только в преддверии Нового года, но новогодняя пора – это пора чудес, и военнослужащие десантно-штурмовой бригады постарались сделать это чудо для маленьких деток. 26 малышей сегодня проживают в Кубринском детском доме. У всех непростая история, но несмотря ни на что, душа каждого полнится чистой и искренней любовью к людям. Когда к этим крохам проявляют внимание и заботу совсем посторонние люди, они раскрываются и отвечают взаимностью, ведь им так хочется делиться всем тем, что они так и не скажут своим родителям. И это было заметно во время новогоднего праздника. Мальчишки и девчонки активно шли на контакт, принимали участие во всех конкурсах. Без стеснения рассказывали стихотворения Деду Морозу, водили хороводы и танцевали. Каждый ребенок хочет этого праздника, а такие дети особенно. Они остались без родительской любви и внимания. А такие праздники, как Новый год, они всегда эмоциональны и всегда привносят множество друзей. 38-я бригада давно наши друзья. И всегда, когда еще, знаете, мужчина в жизни ребенка встречается, это вообще очень эмоционально. Здорово, наверное. Поэтому важно, безусловно важно. Такие праздники здорово, что проводятся. И наши дети всегда радуются, всегда ждут. Я люблю Новый год, потому что он красивый. Всегда на улице елка, например, красивая, огнями сверкает. И елка приходит, подарки всем дарят. Дед Мороз, бабка, ёлочка, Снегурочка, мне тут все нравится. Я люблю Новый год за то, что там много подарков есть, и мы празднуем. Нравится, потому что подарки дарят и елка дарит. Мне нравится этот новогодний праздник тем, то, что всем подарили подарки, все радовались, играли. Мне понравилось, как здесь были хороводы, шляпу надо было, это песни и все такое. Здесь всегда дают подарки, новые друзья. Потом Дедушка Мороз дает нам подарки. С Новым годом! Приятным завершением праздника, конечно же, стало вручение подарков, когда каждый из этих крох смог лично рассказать Дедушке Морозу самое заветное и сокровенное.